Красота у Яны была близкая к идеальному, поэтому можем рассчитывать на высокую оценку. Вы, Екатерина Серебрянская, вот Амина увидела 2-3 погрешности в ее композиции, в итоге и получила не слишком высокую оценку, 9891. Кэни Лаутала, финская спортсменка, на ваших экранах, ждем оценку Яны. Вот смотрите, израильский и, разумеется, российский арбитр Нина Шибаева за технику исполнения ставит десятки. Техническая ценность, все ставят пятерки. Вот словацкий судья, последний не выставивший отметку, должен оценить артистическую ценность. Все остальные, оценивающие этот аспект, поставили пятерки. Есть! 9966 тысячных балла. Яна Батыршина становится лидером соревнований. Не думаю, что что-то сможет изменить до окончания первого раунда положение лидеров, поскольку замыкают вот эту вот великолепную группу 13. Кэни Лаутала, что сейчас на ковре, Ирине Полидору, гречанка, и словацкая спортсменка, совсем малоизвестная. Поэтому мы можем, как это говорится, даже не передохнуть, а для начала все-таки посмотреть, как развиваются события в борьбе за звание абсолютной чемпионки Европы.